Мягкий авторитаризм, такую форму правления, по версии некоторых цхинвальских чиновников, следует выбрать сепаратистским властям. Как заявил советник Эдуарда Кокойты, одним из условий прорывного инновационного развития цхинвальского региона является усиление президентской власти. В этой связи Коста Дзугаев упомянул конфликт Кокойты с Вадимом Бровцевым. Правда, по его словам, между лидером сепаратистов и де-факто премьером нет принципиальных разногласий. Одновременно Дзугаев считает, что у местных депутатов есть серьезные основания поставить вопрос о вотуме недоверия правительству.